Сейчас мы с вами проведем первое испытание. Вам нужно в своей команде назначить капитана, придумать название команды, девиз и нарисовать флаг своей команды. Более 100 человек прошли испытание на прочность. Веревочный курс – это вид активных игр, направленных на сплочение. Как говорят сами организаторы, задания сложные, но выполнимые, если работать всей командой. Это мероприятие направлено на то, чтобы первокурсники получше узнали друг друга, причем узнали не только своих друзей из одного общежития, но и увидели, что студгородок – это явление очень масштабное, и познакомились с людьми из других общежитий и начали общаться. А общаться в команде было просто необходимо. Например, на площадке, где заданием было перевернуть ковер, не сойдя с него. Без слаженной работы здесь просто не справиться. Такими же стали и интеллектуальные станции, на которых участники отвечали на вопросы о ЮРГУ. Но, как признаются сами ребята, самым сложно было пройти по натянутой между деревьев стропе. Слэклайну. Перед участниками просто слэклайн. Вот, здесь нужно включить обязательно мозг. Потому что тут лежит веревка, которой не видно. Просто пройти по слэклайну действительно очень сложно. Вот. А участник, когда понимает, что ему нужно вот взять веревку, которая его будет держать натяжку, все, он берет веревку и проходит. То есть это намного легче и как бы интереснее. По итогам веревочного курса выбрали победителей. Ими стали ребята из команды под названием «Первенцы». Как говорят сами участники, никто не ожидал, что все пройдет настолько масштабно. Когда мы пришли, нам казалось, что будет не очень весело, потому что никого не было. Теперь все собрались и... Вы сами слышите, что здесь происходит. Веревочный курс – это только начало культурной жизни студентов-первокурсников. Организаторы обещают еще много интересных мероприятий. Самое ближайшее из них – чемпионат по мини-футболу, который пройдет в конце сентября.